графика на прочерченной бумаге. Я очень люблю бумагу, когда она загрунтована тенью. Очень красивый цвет получается. А рисую я просто гелевыми ручками и маркерами. Нарисована Кришна Лила. Кришна Лила – это история игр Кришны в детстве в Вриндаване. Здесь изображены божества. Это металлические статуэтки, которым поклоняются как живому богу. Здесь изображен танец раса. Весенний танец, когда пастушки сбегали из дома по ночам, чтобы звать Кришну. А здесь Кришна раса прячется в кустах. Здесь пастухи и пастушки видят друг друга, встречаются днем. Это человек-лев, божество, которое защищает людей. Это любовная история про бога Кришну. Это божество. Здесь изображена пастушка с оленем, Радха, ее зовут. Это триптих, изображающий праздник Холи. Здесь девушки-пастушки скучают по своему возлюбленному Кришне. Их переполняет эмоции разлуки. Он подслушивал разговор юных девушек ночью, когда он их обидел.